Всем привет! Вот первую рыбку словил. Рыбы, конечно, очень мало сейчас. Сегодня идея ловить на поплавок ночью. Поскольку вчера, скорее всего, луфарь у меня сбил силикошку. И народ так уже ловит на поплавок. Попробую. Хорошая погода, ветра вообще нету. По одной рыбке на самых дальних забросах попадается. Вблизи на ультралайт ничего не берет. Мы так особо не форсируя, но десяток рыбок нам нужен. Поэтому я сейчас взял свой 390 фидер, 30 грамм груз и самодур из 6 крючков. Рыбка попалась у меня сейчас на максимальной. Не, есть и поблизости. Поблизости есть. Вот была сейчас поклевка. Я просто смотрю, сосед вроде недалеко бросает, и у него попадается рыба. Но я пилькер туда кидал. Видимо, рыбы совсем мало. Поэтому результата особо никакого не было. Ну вот, единичные рыбки попадаются. Вот. Так вот. Ай! Блин. Наживка уплыла. Второй раз она на это уже, что называется, не клюнет. Ну ладно. Еще сейчас пару забросов на камеру сделаю. Тихо, хорошо, ветра нет. Обычно, когда нет ветра, мушкара какая-то жрет. Сейчас, покуда ничего нету. Результат. Да, сидят. Ну, я про соседа. Поблизости здесь свал из камней. И вон у него все самодуры с травой. Ой, все крючки с травой. Конечно, обрывов очень много. По одной рыбке попадается. Борсик, обожди, покуда до тебя. Наглая морда уже скоро в воду залезет. Сидит уже на плите, которую заливает обычно очень сильно. Нападения ничего нет. Thank you.
течением тащит влево со страшной силой. Его сели вроде. Когда садятся, ощущения две или три рыбки. Ну, вытягиваешь, одна сидит. Жирненькие, правда. Такая непривычная тишина. Давно такой хорошей погоды не было. Купаться приятно, вода. Ну да. Вода градусов 28, наверное, у берега. Так. Ну еще разочек на камеру тогда запущу. Практически на максимальную сейчас дальность стараюсь запустить, чтобы большее пространство проверить на наличие рыбы. У соседа зацеп, надо рвать. Сидят. Да, рыба недалеко. Так, сейчас возьму, покидаю пилькер для разнообразия. Ощущение, как будто несколько рыбок, а сидит одна. Вот взял пилькерок, грамм 12 он, по-моему, 10 сантиметров поводок и мушка так называемая с глазом. Вот сейчас ей попробую достать чего. Здесь сейчас нужно рисковать, класть на дно, поэтому будем рисковать. Есть касание дна. Ух ты, блин. Легкий ветерок подул, приятнее стало. Так, а что-то тут уже у нас под берегом выпрыгивает с воды. Не ставрида ли? То ли ставрида мелочь гоняет какую-то. Сейчас будем проверять.
Поблизости на пилькер ничего нету. Вчера вот так вот прям бросал под носом. Идешь так легонечко, анимируешь. Оп! И вот она сидит. И вот она сидит, сидит, родимая. Так, то есть она уже у берега. Проверяем наличие детали, которая соскочила у меня. Проверяем опять наличие. Вот было ощущение, что мелочуха гоняет. Влад, она вот здесь у берега. Бери пилькер 10 грамм с мушкой. Сейчас я дам тебе. То есть просто водим из стороны в сторону. Вот, в пределах, насколько руки хватает. Где-то в 50 сантиметрах от поверхности она. Да, есть поклевки. Сейчас зацепа не было. Да, он, она и прям по поверхности ходит. Я прям вижу, как рыбка и сопровождает, и атакует. Ну, на камеру, конечно, уже не видно ничего. Так, ну тогда попробуем вдоль берега покидать. Взял бамбуковый ультралайт, 10-граммовый пилькер, но здесь поводок подлиннее. И сделал вот такую вот мушку, не мушку, какая мушка вроде называют. Светонакопительная. Обмотал светонакопительной ниткой и глаза светонакопительные тоже. Так, попробую-ка я сейчас вдоль берега забросить. Понял, то ли покрёвка, то ли за камень был зацеп. Далековато запустил. Если зацеп за камень был, то... Да, она, по-моему, по поверхности ходит. Видно. А тогда на крючке будет трава. Не, поклёвка была. Так. Попробуем теперь дело запулить. Ну вот бамбуковый мягкий для этих целей. Прям, ну, 10 ему многовато. Да, вижу. Свечу фонарем и вижу, глаза ставридные светятся. Под берегом ходят. Ему грамм 7 хорошо будет. Хотя с десяткой тоже справляется. Так, что-то нету поклевок.
вдоль берега. Бросаю вдоль берега, вообще метра полтора тут глубина. Вот же она плывет, вот, вон она. А, блин, зараза, зацепилась. Глаза ставридные вижу. Они прям светятся так хорошо. Замоталась просто вся оснастка. Тут у нас все заметалось. Следующий момент. О, так. Оп. Зараза. А, сидит. На бамбук взял. Взял на бамбук. Так. Все работает. Бамбук работает. Не, Барсик, обожди. На, Влад. Все работает. Вот, просто под носом водишь из стороны в сторону. На. Даже забрасывать ничего не надо. Фонариком посвети на мушку. Она со светонакоплением. И это самое. И все берет. Вот. Оп. И прям видно глаза, сопровождающие приманку. Интересно. Жалко, наверное, на камеру не видно. Сейчас попробуем. Что-то не видеть. Вот я вижу, прям догоняет. Саврида догоняет приманку. Не всегда ее. Вон глаз. Вон. Ну. Чего? Чего? Да я знаю, мы ловим вообще, вот, водишь из стороны в сторону, и у ставриды фонарем светишь, у нее глаза прям видны, и видно, как она сопровождает, атакует, не знаю, на камеру получится, не получится, вот прям... Пытаюсь снять момент поклевки. Вон она по поверхности идет. Вон она пошла. То есть она четко по поверхности вообще сейчас идет. Так, попробую вдаль забросить вдоль берега. Быстро надо мотать, чтобы не утонуло.
Так, дальний заброс что-то ничего не дал. Она такая не шибко активная. Так, приманка интересуется, но не очень. Так, вон вижу, рыба есть, ближе к камням. Вот тут поводок маленький. Наверное, немножко отпугивает он. Филькер отпугивает рыбу. Вот сейчас нападение было, поклевка. Не засеклась. Так, ну что-то ничего нету. Вот я зарядил зарядил снасть на луфаря. Вот. Идут какие-то поклевки, понять не могу, но поплавок тяжелый, 30 грамм, дальность большая. Все там запуталось уже. Оказывается, ставрида сама себя ест. Вот так вот. Вот я взял крючок в крючок, но это крючки размера для ловли морского карася, по-моему, это овнеровские, с большим ушком, один на один прицепил, сейчас обожди, вот, наверное, они маловаты. Вообще, здесь вот луфаря ловят вот таким образом, срезают филе у рыбы, вот. И цепляет его вместе на крючке, вместе, жди ты, вместе со шкурой. Да ладно тебе, ну дай ты рыбу половить, а? Ух ты, злая какая. Ну, на. Вот. Ну, я пробую вот так вот ловить. Срезаю филе. Конечно, крючки я перебрал. Ну, ловят на крючки в 3 раза больше. Ловят чернокопа. Пожди ты! Что за невоспитанность такая, а? Ну, воспитываешь. Прикармливаешь. Ну. Вон кусочек же лежит. Вот. Не поняла. Еще второй прицеплю. Да ладно, на. Вот. И луфарь, он все это дело очень хорошо ест, но когда его много, когда мало, начинаем филе срезать и цеплять. Вот так 2 кусочка филе прицепил я. Глубина 1,5 метра, 30-граммовый поплавок скользящий. Поводок такой где-то 0,25, по-моему, на 5-килограммовую рыбу. Вот. И делаем заброс подальше.
Не знаю, на камеру поплавок виден, не виден. И начинаю потихоньку мотать шнур. Оп, нырнул. Значит, слабина выбрана. Все. Теперь ждем поклевки. Скорее всего, ничего не видно, кроме восходящей луны. Как мы любим. Сейчас течение тянет влево, ветер дует в спину. То есть, по идее, если шнур должен сильно натягиваться, то он должен заныривать. Но вот что это было, поклевка, не поклевка? Наверное, поклевка. Я ее проспал. Дождем, может, еще будет. А может, уже и сожрали филе. Пойму, поклевка. Так, это я мутанул. Так. Не знаю, видно, не видно поплавок. Луну и лунную дорожку должно быть видно. И поплавок рядом практически. Потихоньку сносит течением его. Потихоньку сносит течением. К лунной дорожке приближается. Метров 30 до него. Наверное. 25. И вот он сейчас на лунной дорожке прям. Пересек ее и пошел дальше. Скорее всего, сожрали. Сожрали наживку. Сегодня возле берега кто-то кого-то гонял. Достаточно. Ну, ставрида, вон она плавает. Глаза видно. Глаза. Вот она, сейчас я. Вот она. Честно говоря, для меня новость. Да, сожрали. Что ставрида сама себя ест. Вон она видна. Вот носиком удилище. Вот она. Вон она. Вот. Тюкнул по ней. Она особо и не реагирует. Так, а это кто вылез у нас тут? Ух. Попробуем еще. Так. Чуть не подумал, что не взял крючок побольше. Хотя надо было. Вот и пойми, кто тут ест. Ставрида сама себя ест. Или все-таки луфарь. А ты как думаешь, что кого ест? Ты куда смотришь? Да ну конечно. Кто кого тут ест? Так,
так вот. Сколько там рыбок? Было рыбок-то немного. Ладно. Интересно, поймаю еще кого-то или нет. Небольшой кусочек филе. Опа. Ух. Так, поплавок встал. Сейчас вымотаю слабину. Да, слабины практически нету. Будем ждать поклевку. Рыбалка под луной. Красота. Только рыбы особо нету. Оп. Ушел под воду поплавок. Оп. Для ставриды, конечно, такой поплавок — это очень большой он. Да, интересное дело. Может попробовать на 1,5-граммовый поплавок возле берега ловить. Так. Что-то с нашей филешкой. Кто-то грыз. Подсыпем. Вот по донной рыбе могу сказать, если была поклевка, но приехала приманка на крючке, 100% нужно менять ее. А второй раз крайне редко. Что там у нас? Ну, поклевка была. Поклевка была. Так, и наживки нету. Так. Что вот это было? Если ставрида, надо, наверное, тогда 2 маленьких кусочка туда цеплять, не один большой. Конечно, ставриду ловить на 30-граммовый поплавок — это круто. Ты где там? На. Так, как-то попробовать или только на нижний прицепить небольшой кусочек. Сейчас попробую. Так вот.
сейчас поморсим. Вот на такой попробую. Дай. Попробую, наверное, на нижний только крючок. Раз. Два. Так вот. Если луфарь возьмет, то верхний крючок ему не даст оторвать поводок. Так, сейчас на камеру не снял. Батарейка как раз разрядилась. Но недалеко от берега, сразу после заброса, была поклевка. Вот. И вытащил, ну, отвалилась возле берега, но я видел. Ставрида. То есть она сама себя очень даже. Ди. Она сама себя очень даже хорошо ест. Но если предположить, что луфарь ставриду гонял ближе к вечеру, а что-то похожее я видел. Вот. А, блин, у меня еще крючок этот очень острый. Так, сейчас сниму его. Один оставлю. Задумался, мысль ушла. А то теоретически это может быть, мог быть луфарь. Я его тогда сейчас попробую ловить. Так, крючок одинарный. Влад, сложи потом вот это вот, смотри, вот он сверху лежит. Да, да, я и хотел сложить. Ну, ты что? Уфарей из того гляди, скушай. Чуть не сожрало у меня. Нагло этот стоит отвернуться. То есть вот я, получается, такой вот кусман филе достаточно большой для этой ставриды. На. Так вот. И далеко от берега минимальную глубину ставлю на поплавок. Так. Да. И скорее всего это был луфарь. Ставриду гонял. Вот на такой дальности. Была сразу поклевка. Метров 15, наверное. Была мысль взять легенький поплавочек кинуть с собой, но что-то не подумал. Thank you.
Место в рыбу ловил года три назад на поплавок и рейса морского червя. Хорошо, браво. Прозевал. Не, ну конечно, 30 грамм поплавок, ставридина. Говорится, вы о чем, господа? Да. Естественно, все сожрали. Ну, приятная такая рыбалка. Так, очередная попытка поймать лофаря с использованием филе свежевыловленной ставриды. Поплавок 30 грамм. Конечно, немножечко великоват. Ну, раз так в 15 он больше, чем нужно. Но, в принципе, поклевку видно. Вот он, наверное, виден будет сейчас. Так, это я. Все, поплавок встал. Спиннинг смотрит на поплавок. И медленно он движется по течению. Сносит его в сторону лунной дорожки. И ничего не происходит. А ставрида-то вот она плавает прям под берегом, глаза видны. Ну, хотел дернуть вправо, ты стоишь, Влад. Ну. Конечно, движение задом с этими дырками. Хоп. И что мы имеем? Мы имеем доказательство уже второе того, что ставрида занимается каннибализмом. Вот такая вот ставрида у нас тут. Не знаю, у всех она такая или нет. Но вот она ест саму себя. Барсик, а ты не против свежей рыбки, да, Барсик? Барсик, мяу скажи. Барсик. Да. Вот и скажите, что она не понимает, что я ей говорю. Понимает еще как. Так. Сколько у нас там рыбок осталось? Две рыбки. Ну, на пару забросов хватит. Конечно, открытие. Давай, давай, бери. Стесняется. Открытие для меня. Раз, два. Заберет. Ну, крючок этот овнеровский, конечно, хороший. На него рыба, именно ставрида, засекается очень хорошо. Так, что у нас тут? Все это запуталось.
Вроде распутал. Так, проверяем. Что тут у нас? Все на месте. Метров на 10-15 делаем заброс. Поплавок встал. Слабину я выбрал. Ждем поклевку. Была поклевка резкая. Скорее всего, я проспал. Не, наживка на месте. На месте. Немножко ее так куснули. Побьем еще разок. Так вот. Ага. И туда же. Выбираю слабину. Все, слабину я выбрал. И ждем. Так, что там, есть что-то или нет. Удобнее подсекать, держа только кистью. Спиннинг из-под локтя. Ох ты, соскочила, зараза. Сидела, но соскочила. Может, еще меньше сидишку. Наверное, надо еще меньше кусочек. Тем не менее, наживка-то уже и заканчивается. Да и... Так. Да. Да. Наживка-то и заканчивается. Сейчас еще кусочек поменьше. Пробую срезать. Совсем маленький. Раз. Два. Это оставим. Ну вот. Поводок 0,26, по-моему, или 5. Ставридо абсолютно не смущает. Поплавок встал. Стоит. Должен быть виден, конечно, на камере. Если не виден, то жалко будет. Потихоньку движется.
влево, в сторону лунной дорожки. Так, пробует. Сейчас на лунной дорожке поплавок практически не видно его. Пересек. Поплыл дальше. А где поклевки? Скорее всего, сожрали уже все. Да, давно все сожрано. Давно все сожрано. Не увидел поклевки. Ввиду большой тяжести поплавка. Так. Что тут у нас осталось? Немножко осталось чего-то. Да, сейчас поклевка следует практически сразу, видимо, покуда поплавок вставал, все сожрали. Есть там что или нет, что-то трепыхается. Так. Оп. И рыбалка продолжается. Поскольку... Да, кыш, уже наелась сегодня. Поскольку мы ловим ставриду на ставриду. Барсика, у нас сегодня эксклюзивное меню. Я филешечки срезаю. Да, Барсик? Барсик, скажи мяу. Мяу, скажи, Барсик. Барсик, скажи мяу. Не, без рыбы она не говорит, да. Мяу говорим только, когда рыба в руках у меня. Великоват кусочек, ну ладно.
Раз пробиваю. Два. Так. Продолжаем, продолжаем. Так, все, опять. Я запуталась. Как вот оно все запутывается, а? Так, проверяем наживку. Наживка на месте. И легким движением правой руки. Оп. Поплавок отправляем метров на 10. Ушел под воду, но не засеклась рыба. Все, а наживки и нету. Надо раньше, конечно, подсекать. Наверное. Из-за того, что снасть не очень деликатная, такой вот эффект наблюдается. Икс. Да ладно, чё? В животе урчит, Барсик, да? Урчит. Ну, обожди немножко. Барсик, ты же ребра ешь? Барсик, на свет все. Включаю скорпион драконов. Филе, конечно, очень нежное. И хватает его ровно на одну поклевку. Так. Самое главное не торопиться. И в потемках не наступить на мокрый камень. Можно тут что угодно себе сломать. Всем близко я забросил.
дорожка все больше и больше становится. И там как луна поднимается. Так, проверить надо. Что у нас тут? Наживка еще на месте. Дальше немножко запулим. Побух. Поплавок вынырнул. Наверное, его сейчас на камеру вообще не видно. Там есть. Нырнул поплавок, сделал я подсечку. Но кроме поплавка, конечно, не чувствую больше ничего. И зря, потому что сидит ставридка. Такой квадратик филе достаточно сантиметр на сантиметр. Сантиметр на сантиметр. Можно, наверное, и меньше. Если на какую-то любенькую оснастку ловить. Но тем не менее 30 грамм поплавок, ё-моё. Далековато запустил. Поплавок вынырнул. Рог раздувает, уже пару метров есть, в спину дует. Thank you.
клевки нету, видимо, сбили наживку. Или сама слетела, она вообще держалась слабенько. Да, ничего тут нет уже давно. Ребра нам не нужны. Неожиданно для себя ловил чернокопа или лефера, луфаря. Если бы на большой крючок ловил, так и не понял бы ничего. А так поставил два маленьких ставридных карасевых крючка и обнаружил, что ставрида с большим азартом поедает саму себя. Нету поклевки. Посмотрим. Что получается, чего? Ну можно. Так, филета уже нету. Или соскочила. Ну, на джиг-головку филе кусочек. Попробовать. Ну вот где крючочек поострее, тоненькая такая. Отрезать филе и под носом половить. Так. Я на бамбуку и лови. На бамбуку и лови. Так. Гуманно будем срывать. Ну, сейчас пойдем. Хорошая погода. Все, сдохло. Один сейчас на 5-3 дяди. Наверное, уже последний заброс делаем. Сбивает мягкое филе. Очень быстро.
Да сворачивай, все, сейчас заканчиваем. Ну, сказал же. Была поклевка. Не знаю, проспал, наверное. Не, мясо еще висит. Если висит, тогда еще забросим разок. Собирай. Вот, собирай манатки. Клевка, проспал, не проспал. Наверное, проспал. Или нет. Мелочь, видимо, совсем не может проглотить. Так, мелочь. Ну, давай тогда еще разочек. Запустим. Вблизи что-то нету поклевок. Так, ну ладно, наверное, будем сворачиваться. Да, сожрали. Так, это наш поплавок, а это наша рыбина. Для сравнения можно размер сравнить. А это барсик ее свистнул. Все, всем пока. Все, барсик, ну тебе не стыдно, барсик, барсик, не стыдно тебе, скажи, барсик, не стыдно, барсик, барсик, мне не стыдно, когда жрать хочу, да, конечно, естественно, знаю тебя, да. Чего высматриваешь? Все? Да. Закончили на сегодня. Да, 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 да. Барь. Так, ну все, заканчиваем мы. Thank you.